Ну что, ребята, сейчас в этой комнате собралась банда 1-3, так скажем. Мы с Генчиком нормально так соснули в кубке фиферов и решили пофантазировать на тему того, что мы можем с ним пересечься в этом самом кубке фиферов, в последнем туре. И по большому счету этот матч будет, в принципе, какой-то тренировочкой для нас. Мы играем нашими командами, которые нам выпали, и спорт с Тоттенхэмом вообще не заводят. Всем! Ты еще и жалуешься! У всех все есть! Ты охуел, ты посмотри на свой склад, блядь. Да ебало твою защиту, ты посмотри на мою команду. В общем-то, шансы большие встретиться нам в кубке фиферов в четвертом туре. Точнее, уже в пятом, получается. Заключительном для кого-то из нас, напоминаю. Поэтому, почему бы не попробовать сделать такую, опять же, некую тренировочку. Геймпад питерский, собственно, как и положено. Аякс против Тоттенхэма. Бля, ты помнишь Аякс против Тоттенхэма? Тот легендарный матч Лиги Чемпионов. Я футбол вчера начал смотреть. Бля, ну, чуваки, если вы смотрели, вбейте лайки, я думаю, все. Те норм, пацаны смотрели тот самый матч и знает, чем он закончился. Ну и, конечно же, ребята, не могу не напомнить о своих спонсорах с компанией OneX. Сегодня состоится легендарный матч. Милан будет играть против Ювентуса, поэтому почему бы не попробовать поднять баблица по закрепленному комментарию или же по QR-коду на экране. Ну а если вам нужны монеточки, мой сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылочка будет в описании. Так, ну чё? О, дядь, чё это за мяч такой? Чё это за консервная банка? Слушай, впервые такую херню вижу. Вон, он сам в ахуе стоит. Да, не дай бог ему ловить придется такое. Здорово, привет. Надеюсь, ты проебёшь. Пошёл нахуй. Ага. Ебать, ты видел, обнялся с кем-то? А с черным не обнялся! Расист, ты видел? Реально? Он не обнялся с чёрным. Он мимо его прошел. Вообще пиздец. Что за такое, знаешь, блядь? Можно и статейку написать. Ой. Let's go! Пошел нахуй. Вот это мол. Блять! Да сойдет. Да блять! Да сойдет. Да блять! Сколько раз я этот мяч еще потеряю? Вообще, да, как пассет давай? Ебать, я чуть со стула. Блять! Ебаный сон, Бля, какие нахуй навесы, блядь? Ты такой конченый. Че это за хуйню ты мне забил? Нажми L1R1. Давай, блядь, мне в личку, как этому. Захару, нахуяр. Такую хуйню ты мне забил. Ой, блядь. Ну упал. Из этого твоя команда и состоит. Это не будет. Вот просто весь Аякс вот в этой анимации, бля, которую вы только что увидели. Блядь, ты сам начал через эти фланги играть. А чё, блядь? Ты стопэ! Ты играешь, я играю. Сейчас этот гейский пас. На! Это твоя любимая тема. Шоколад. Как она меня раздражает? Ты всегда из фифы Шипи в жопу мне, блядь. Бля, играй в фифу, блядь. Разве это фифа, блядь? Играй в футбол, а бля. А чё мне делать? Ты предлагаешь мне вынести мяч, я чё, виноват в том, что ты тайминги? Бля, ну ты посмотри на этот ебаный отскок, блядь. А как тебе вот этот навес? Пошел нахуй с этими навесами. Год одно и то же. Ну я не туда надавал, блядь. Да. Я сжал эти кнопки, блядь. Бля, ты, блядь, охуел? Ты меня сейчас подъебывать будешь? Я играю в Last of Us, поэтому я не играю в FIFA, поставлю грустную я музыку, чтоб все... Я вообще в Brawl Stars играю. Блядь, ебаный рот. Я начал забывать про эту хуйню. Нахуй чё, ты мне напомнил. Я тебе напомню. Brawl Stars, блядь, играть он начал. Пиздец. А чё, пушечная чуваку, игра? Блядь, 30 лет нахуй. А чё, Brawl Stars играет. На какой мысли я себя поймал? Как плохо мы играем в эту игру? В целом, да. Как считаешь, это зашкварно, ну, типа, быть фифером и хуёво играть в фифу? Ну, у меня на канале фифы в этом году было очень мало, поэтому эта претензия больше всё-таки к тебе, но то, что мы с тобой... Ну, как ты считаешь, для меня это зашкварно? Ладно, тебя выпишем из этого списка. Ой, бля, ты такой пиздец. Ёб твою мать, Фантом из 10-го дивизиона, чувак. Из 10-го. Ну я оттуда, я играю в 10-м дивизионе, что доебался до меня. Ну типа, мне интересно, ты типа смотришь фиферов ради там какого-то условного скилла, или ты смотришь, потому что там он типа весело комментирует? Исключительно ради второго. То есть тебе похуй на скилл, так скажем? Не-не-не, ну скилл я всегда могу включить стримчанский какого-нибудь там, Клёна, Рейзена, еще там кого-нибудь, Абеля того. Рейзена? Рейзен, да. Рейзен. Это кто? Ну есть такой рейзинг. Чё, второй тайм, поехали. Не будем тянуть сразу. Ладно, честно, ребята, скажу честно, мне немного стыдно, да, за то, что я так плохо играю в этом году. Но что поделать, не задалось. С фифкой у меня как-то вот не сложилось, не нравится она мне. И причем, блядь, из года в год мы с тобой это обсуждали, а есть желание, типа, выходит новая фифа, типа, я буду задротить, буду в викенд-лиге, я буду еще, а по итогу проходит время, недели. И ты понимаешь, что нет. Ой, вот это хорошо было. И это хорошо.
И это хорошо. А вот это. А вот это, блядь. А вот это, блядь, нахуй. Ручки-то помнят еще. Ручки-то помнят. Как я. Ох, развернулся. Бля, у тебя. Он, бля, два раза спот. Бля, какая ебаная игра, бля. И обратите внимание, когда он начал подниматься, он поднимался не в ту сторону, блядь, где мяч, типа, нахуй надо. Я надеюсь, что все-таки новый движок завезут, а не вот эту вот санину под названием Frostbite, блядь, которая не предназначена вообще для подобных игр. Ебать! Бля, прошло! Не, вообще, на самом деле, тебе с пиком пиздец как повезло. Взять Тоттенхэм, блядь, ну, это надо было разъебывать, но... Ну вот, я сейчас разъебал, но видел. Кто виноват, что ты сосешь хуи, бля, в этой игре? Ой, бля... Тут, взял, до сих пор можно проходить. Бля, только не сон, я тебя молю, бля. Пошел нахуй. Бля, ну он заебал! Вот такая залупа просто... Ну что это за хуйню ты мне забиваешь, чувак, бля? Чувак, смотри, берешь сиськой, двигаешь голкипера. Бля, L1, R1, нажми. Золото. Блядь. Ну ты мне такую санину забиваешь, бля, прояви уважение, бля. Ты просто бронзовый монстр. Бля, опять, бля. Короче, я поймал... Бля. Я поймал себя на мысли, что Аякс полная санина. Вот на чем я себя поймал. Бля, я не знаю. Типа, я играю, в общем, своим дефолтным составом. И я не испытываю таких проблем в защите, блядь. Тут что не пас, бля, как нож сквозь масло. А ну вот как это проходит? Я в ахуе. Пошел нахуй, бля. Анана, бля. Анана, бля. Анана, бля, ты тебя в прошлом матче в ближнюю закрыл. Бум! Бля, ну это пиздёж какой-то, блядь. Бля, ну вот где еще, в какой вселенной вот такая хуйня возможна, бля? Ну 69-й, майор. Почему ты в Кубке Фифера вот подобные голы не забиваешь, бля? Да, блядь, ебать, я... с лету, блядь! Чувак. С углового, блядь! Ну иди нахуй, я короче. Я тебе уже говорил, всё, у меня нахуй. Тактика больше видеороликов запилить. Не дай бог я на тебя попадусь, блядь. Ещё будет. Тебе пизда, блядь. Я буду так душно играть, что ты просто вскроешься, блядь. Ты будешь просить о пощаде, нахуй. Бля, иди нахуй, блядь, сон. Да иди нахуй, блядь! Че у тебя попросил, блядь, ты такой... еще живой, ты как лицо пришел? Такой ублюдок, блядь. Я даже не знаю, что делать. Да, блядь. Бля, такая гнида просто. Че, ты не получится, чувак. Да, блядь, сука. Да, иди нахуй. Да, блядь. У тебя умер кто-то, блядь, да, на море. Сейчас заменим. Бля, короче, я скажу тебе так. А. Ничего говорить не буду, иди нахуй. Чуваки, я надеюсь, этот видеоролик вам понравился. Что? Это еще не конец, я беру реванш нахуй. Также, ребята, не забывайте про мой промокод Пандос, который даст вам уверенность на старте. Все, смотри, блядь, нахуй, и учись, блядь. Куда? Ну смотри, хуй ты, блядь, от меня мяч получишь. Хорошо. Чуть-чуть потрогать дам, хуй с тобой, типа, знаешь. 5 звезд по нему, да, на слабый, по-моему, кстати. А Андрей в ближнем будем, а? На, нахуй. Швидой, блядь. Да? Вот. Чуть-чуть. Блядь, пиздец, у меня там катастрофа, блядь, в защите. Бля, он заебал меня, блядь! Ну это просто, блядь, невозможно, нахуй. Место оставлял вроде. Андрей, пас в центр. Андрей, пас в центр. Сосать, блядь. Ну, это было пас нежно. Это было нежно. Весьма, весьма. Все. И вот так. Чё, блядь? Смотрю, замолчал тоже, да? А? Ну, хочется забить. У меня столько моментов было, 100%. Мне кажется, к нашему матчу заджонился пи***фикс. Тебе не кажется? Что с ним делать? Что? Я вытягиваю твою защиту. Бля, Тадич, какой плохой ебаный, блядь, твой удар. Там удар у него 80 с хуем. На! Бля, как меня заебал этот сон, эта машина. Как ее остановить? 82-я минута, 2-1. И что? Блядь, ну что это? Блядь. Нету офсайда, чувак, врубаешься. Я просто пас последней надежды дал, такой, типа, ну ладно, будет срань. Ой, блядь, ну ты чё. Ну, слушай, ты лучше, я полагаю, что шансы, в принципе, у нас одинаковые, да. Абсолютно. Играем мы примерно одинаково. И один раз выиграл ты. И, по-моему, это хуёво, потому что я думал, что ты играешь лучше меня. Почему хуёво? Для тебя, наоборот, заебись. Да не, я ж тебе говорю, в этой фифе я вообще, блядь,
мало времени. Да ладно, что ты, и не в это еще, в прошлом тоже. Но в 21-й нахуй, киберспортсмены, всё держитесь. Изменится, да, это как спорт, блядь, завтрашнего дня, да? В общем-то, вот такой шоу-матч у нас получился. Надеюсь, смотрели на скиллуху, да. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то влепите лайк, оставьте комментарий, переходите на канал Евгенчика. У него там классные видосики. Было бы по кайфу. Было бы по кайфу, да. Все, ребята, всем спасибо. Люблю, целую, обнимаю. А я пойду в душ. Фу, блядь, ты такой мокрый. А ты думал? А можно с тобой? Пойдем.